Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Рассаживаемся все, чтобы никому тесно не было. Так, малышка, выбери. Все уселись. Так. Кто помнит, что проходили мы на прошлом занятии? Место писания, кто помнит? Никто не помнит? Давай. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам 4:32. Слава Богу. Какие еще золотые стихи из Библии? Кто знает у них? Никто ничего не знает? Может, Акелина знает что-нибудь? Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Так, место писания помнишь? Луки, 6 глава, 31 стих. Так, молодец. Кто еще помнит? Вот малыши, вам пример. Старший кто-нибудь помнит? Да, Полина. Когда Бог возлюбил мир, что отдал сына своего единородного. Без всякий верующий. Не погиб, а имел жизнь вечную. А место писания помнишь? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Интересно, что самые ключевые моменты из беседы с Никодимом взяты. Евангелие от Иоанна. Когда он ночью тайно приходил беседовать с Христом. И там очень много интересных вещей. От рождения Духа Святого. Ключевой момент, я бы сказала. Так. Так, давайте новый стих выучим с вами. Сейчас я прочитаю, а вы повторять будете. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Еще раз хором. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Кто-нибудь может запомнить или может знает этот стих? Повторить кто-нибудь может? Так, просто, да. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь во Христе с Господом нашим. Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Дома, пожалуйста, послание к римлянам, 6 глава, 23 стих выучить. Потому что от греха все умирают, а Бог нам спасение даром дает через Иисуса Христа. Так, сегодня будем тему проходить сострадание. Какая главная притча, которую Христос о сострадании дал, кто знает? Так. Нас просят, только работает. Про бедного путника, которого избили, и что проходил священник, левит, и они ему ничем не помогли, и только самарянин взял его на своего осла, довел до ближайшей гостиницы и заплатила за него. Молодец. Активнее надо, ребятишки, на уроках работать. В простой школе готовитесь все за оценку. А здесь Бог. Понимаете, разница какая? Там просто учителя. Христианин всегда должен хорошо учиться. И все, что не делаете, делайте как для Господа. Это в простой школе, а тем более на воскресной школе, потому что здесь Слово Божие изучается. Это ваше оружие против неверующих людей. Открытая Библия в правой и левой руке. Поэтому надо изучать очень тщательно. И чтобы каждому человеку нашлось свое место Писания. Для этого надо учить хорошо. Баптисту одно местописание, кришнаиту другое местописание, просто неверующему человеку третье местописание. Кого-то что-то коснется обязательно. То Библию надо изучать. Для своего спасения, естественно, тоже. Сострадание. Сострадание – это та черта характера, которая помогает нам понять, что чувствуют другие люди, когда им плохо. Сострадательный человек всегда старается представить, что чувствуют другие в тяжелый момент, и предложит свою помощь и утешение. В Библии часто говорится о том, что Иисусом двигало сострадание, и Он старался помогать людям.
Большая часть чудес, которые он совершал, это исцеление больных и парализованных, насыщение голодных и воскрешение мертвых. Он использовал свою великую силу, чтобы помочь людям и освободить их от страданий. Мы с вами не можем совершать таких чудес, как Иисус, и очень часто ничего не можем сделать, чтобы изменить трудную ситуацию, в которой кто-то оказался. Но мы можем облегчить страдания человека, просто находясь с ним рядом и стараясь разделить его боль. Сострадательное сердце – это признак взросления. Маленькие дети понимают только свою боль, и их мало заботит то, что переживают люди, окружающие их. Когда человек взрослеет, он учит заботиться о чувствах других людей и помогать им. Разные люди и разные ситуации требуют от нас разных душевных качеств. Нужна определенная смелость, чтобы видеть чужие страдания. Приходится отказываться от своего эгоизма, когда нужно пожертвовать своим временем и силами. Требуется мудрость, чтобы помочь страдающему человеку наилучшим из возможных способов. А какое мы иногда вот можем проявить сострадание другим людям? Вот дома, находясь даже отдельно от этого человека, вот позвонили и сказали, плохо, такой-то человек заболел, что мы делаем? Какая помощь от нас требуется? Для чего нас звонят? Вот сестра старшая, молиться. Это самая главная помощь наша христианская, да? Когда все встали и дружно вознесли молитву к Богу. И он по своему милосердию, услышав наши молитвы, поможет этому человеку. Не ленитесь никогда, поклоны земные делайте. С чувством помолитесь, вспомните, какие добрые дела этот человек вам сделал. Поблагодарите за него Бога, попросите. И Господь помилует, может, по своей милости. Окажет ему помощь. Так, какие примеры сострадания кто-нибудь может рассказать? Из своей жизни, может быть, что-то у кого-то плохо было. У других кто-то кому-то помогал. Никого ничего никогда не было. Вам никто не помогал никогда? Может быть, добрые дети в школе оказывали помощь, или вы кому-то? Было? Ну, расскажи громче только. Один раз. Громче. Заболела живот и рвала. Мне мама отвезла домой, потом... Еще больше начал болеть живот. Мама меня отвезла в какую-то больницу, и там меня вылечили. Врачи оказали тебе помощь, сострадание. Это такая профессия, я вот вообще удивляюсь. Это герои люди, врачи и учителя. В наше время особенно тяжелое такое, помогать людям. Нищенские зарплаты. Сейчас еще судебные всякие вот эти вот учителя. Такая молодежь растет, это чтобы пойти учителем, это вообще герою надо быть. И врачом сколько надо своих отдавать сил, своего времени, чувств своих, вот делиться с людьми, своей болью, помогать им. Вот великие люди, за них тоже надо молиться, что Бог посылает нам еще утешение в виде врачей, учителей. Слава Богу. Надежда Васильевна, какой пример сострадания можете нам рассказать? Ой, да много. Но расскажите, время идет. Другое. Что-то занято? Ага. Да много. Я вот такой вам пример могу рассказывала уже как-то один раз. Удивительный случай. Протоиерея отца Дьяченко сборник у нас Надежда Васильевна подарила. Мы с дочкой читаем с маленькой. Как девушка. С другой стороны, она услышала, что у нас в Якутии прокаженные живут, которым никто не помогает. Там настолько страшные условия описываются. Их изолировали, а вы знаете, что такое Сибирь, Якутия, какие морозы страшные по 50-60 градусов. Они там в шалашах жили, без одежды, без пищи, можно сказать. А болезнь такая, проказа, что до костей, мясо от костей отваливается. И она, услышав о таком, она поехала из Англии, собирая средства по пути, обращалась ко всем там, какие правители по пути, губернаторы. Она девушка, лет 19 ей было, 20. С ней один переводчик только был, казак, который знал язык французский. И потом еще одно какого-то подобрали. Они с двух-трех языков переводили.
И какую она помощь оказала? И русские люди, они действительно сострадательные, они видят, какое у нее желание было помогать. Средства, кто чем мог, помогали, давали ей. Она действительно там построила лепрозории для них, собрала деньги, организовала питание и все прочее. Вот такие чувства. Еще про девушку читали мы там же. Отца ее за связь с декабристами сослали, лишили всех чинов. И он в Сибири должен был доживать свою жизнь. И она из сострадания к своему отцу через всю страну из Сибири пешком прошла до Москвы, чтобы до царя дойти и выпросить отцу прощения. Тоже лет 17 мне было. Это, вот такие вот люди бывают. Целеустремленные, самоотверженные, сострадательные. И царь, видя ее любовь к отцу, он его помиловал, вернул ему прежний чин, жалование положил, все. И о таких людях обычно записывается в истории, потому что это редкие случаи. Еще девушка в Англии на маяке жила с отцом. С этого момента началось как раз общество освод по всему миру. Знаете, спасатели теперь. Придешь на пляж купаться, и там спасатели работают. Вот это положило начало девушка. Во время шторма она увидела с маяка, что на скале 9 человек там сидят. Разбился корабль, и она начала просить отца, что давай мы поедем на лодке их снимем. Отец говорит, такая буря, говорит, мы сами, говорит, погибнем, мы им не поможем. И она тогда втайне взяла лодку и поплыла одна. И спасла этих людей, и когда она приплыла, она просто без чувств упала. Ее отец принес, она после этого заболела, сильно умерла. Но королева английская ее наградила. И записали истории, и начали с этого времени общество образовывать. От нас тоже очень много зависит. Даже молоденькая хрупкая девушка может столько сделать. Добрых дел. Все главное, чтобы в тебе Дух Святой был. И смелость, решительность. Так. Надежда Васильевна, что-нибудь можете добавить? Как более старший опытный товарищ. О сострадании или об Иисусе Христе? Как на сердце. Я хотела добавить вот что, что мы дождались великого праздника, 40-дневного поста, это рождение Иисуса Христа. И я хочу сказать и дать задание на дом вот такие стихи, где говорится о том, что как Христос пришел на землю, что Бога никто никогда не видел, даже ангелы, дети, не видели Бога, но Он явил Себя, будучи в недре отчим, явил Себя. Вот это нужно наизусть будет заучить. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Себя. Иоанна, 1 глава, 16-18. Это на вашу семью. И 1 Тимофея, 3:16, тоже выучить наизусть. Тоже выучить наизусть. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам. Вот когда показал себя, когда во плоти он пришел, Бог явил себя. Ну-ка, давайте повторим этот стих. Это же не до конца, там принят верою в мире. Проповедь народа, принят верою в мире, вознесся во славе. Я просто говорю, давайте заучим вместе. И беспрекословно великое благочестие тайна. Повторили все. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан народа, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. Вот это детей. Так, пожалуйста. Мы ребятишкам прививайте первые, самые главные заповеди, которых у православных просто не хватает. Это любовь к Богу, поистине к Богу. Не просто прийти, вот отстояли, помолились, вот они хорошие. И любовь к Святой Библии. Проверьте.
Вот у меня опыт, все-таки 44 года лагерь, и вот я все время приглядываюсь к детям. И в Потеряевке спрашиваю, если вот видите, это избрание. Избрание человека можно узнать, избран он или не избран. Избран Богом. Это тяга к молитве. Вот он один на огороде работает. Они хорошие дети-то все. Это, тут нету хулиганов никого. Но если то, что-то она работает, и к старшей, к матери, к маме, мы уже на работе давно, давай помолимся. Дома бывает, где-то заиграли, что-то смотрели, и опять с улицы прибежала. Мы давно не молились, нам давай помолимся. Вот я видел таких детей, слышал о них. Это чудо Божие, в житиях святых это есть. Им препятствуют. Храм далеко, зима и волки. А сейчас волки потеряки появились. Волки. И в Якутии сейчас волки, и говорит, необыкновенно большие мутанты появились. И такими стаями идут, я не знаю, вызывать будут воинские счастья или что-то. Из дома выйти нельзя. Страсть какая идет. И мать ему наказывала, не ходи там, вот как Федор Сикиот. Ну, она один раз пришла в церковь, а он опять утром рано, ночью ушел. Она его за волосы потащила домой. И вдруг ночью явился Георгий Победоносец и сказал, еще тронешь, смотри. Показал ей меч. Я его охраняю. Это такая жажда к молитве. Если стремления к молитве нет, то есть беседы с Богом, тревожная обстановка. Ты не думаешь, что ты маленький, будешь жить долго. Неизвестно, иногда молодые умирают. Вот сейчас летел самолет, разбился, взрывчатку подложили. 24 ребенка было. Там ребенку 3 месяца, все погибли до одного. Я видел, как ребенок не слушается, ничего не могут сделать. Я назад иду, велосипед валяется, погнут. Я говорю, что, под машину попал. Другой на мопеде трещал, спать не давал. Я не знаю, кто молился-то. Под машину залетел, вся улица вздохнула свобода. То есть кто-то молился, убери его, Господи. Он никого не слушается, что с ним делать? Бог отрезал, жизнь нету. Поэтому надо учить детей, чтобы они умели болеть и умирать. Очень страшные времена грядут, даже говорить. Особенно беречь девочек. Никуда, чтобы одна не выходила. И Слово Божие. Как они нуждаются, нет. Книги есть, музыкой занимаются, стихи пишут. Это все на месте. Но время от времени, чтобы они просили родителей, сами открывали Библию, посчитать, что написано в Святой Библии. По порядку считать. Новый Завет где-то. Привейте вот эти качества. Если этого не будет, это все быстро улетит. Ты сама знаешь. Где она? Одна дочка, там вторая. Теперь последний шанс на последний уже ставится. Все время, даже он не понимает ребенок. А ты возьми Библию, да, большая, чтобы размером была. Посчитайте, псалтырь на русском языке. Давайте возблагодарим Бога. И научите молиться так, на три ступени. Первая всем принадлежит. Дай, помоги, сохрани, сопроводи. Вторая ступенька – это благодарение. За все благодарю. За то, что у меня родители есть, а у других нету. У меня все досыто, люди с голоду умирают. У нас мирная обстановка, где-то рвут снаряды, детей разрывает. Поблагодари Бога, что в России еще не так. И третья ступень, попытайтесь поднять их, это словословие. Ангельская ступень. Давайте Бога прославим. Ну, немного. Не утомляй молитву, но не больше 7 минут, а то ребенок не умрет. Пусть они играют, пусть бегают, но очистите рамки, где они есть. За эти, чтобы не заходили. Любовь к Богу, к Святой Библии. Вот они пропели на Рождество, здесь было Бог и Иегова. Это чудно, на весь мир идет. У нас забыли слово Иегова. Наши дети знают это. Вот когда ведете все уроки свои, к одному прилепляете, чтобы выходя отсюда, они хотя бы шажок сделали ближе к Богу и к Святой Библии. Отошел. Что у нас по времени уже? Давайте поблагодарим Бога. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Благодарим Тебя, Господи, за это мирное время, за эти занятия, которые Ты нам позволяешь посещать. Просвети нас Духом Твоим Святым, Господи, дай нам памяти, чтобы запомнить и применить в жизни все нами услышанное, чтобы это коснулось нашего сердца, через нас принесло пользу другим людям и нам самим для жизни вечной милости будет. Господи, помилуй, Господи, благослови. Встаем, перед алтарем не трудимся, не бегаем, сколько можем стоим, если что, тихонечко отошли к нему. Поняла, Кирилл?
нашей не уклоните, где наши зависания, помышления лукавствия. Но любовью твоей поезвей души наши, да тебе всегда взирающей, еже тебе светом наставляеми. Тебе неприступного и пресносущного зрящее света непрестанное, тебе исповедание и благодарение высылаем. Безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим же творящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. Покаяние святых Божьих и соединение все Господу помолимся. Господи, помилуй. Верою, благоговением и страхом Божьим входящий в огонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О православном епископстве, просите церкви Господине нашим высокопреосвященнейшим, митрополите Ларионе, честем пресвитере всего христиан, диакон свел, всем прещи, людям Господу помолимся. Господи, помилуй.